Вторая серия. Саша вынуждена познакомить Сергея с родителями. Она уже жалеет о своем спонтанном решении, но боится признаться родным, что совершила ошибку. Тем более многочисленные родственники Саши с Кавказа уже едут на свадьбу, а бабушка-аристократка из Санкт-Петербурга готовит для молодых особенный подарок. Антон не оставляет попыток убедить Сашу не отменять их свадьбу. Выясняется, что у него на это есть более веские причины, чем любовь.